Айдана Марасулова – молодой лидер. Девушка выдвигает самые разные инициативы и стремится объединить ровесников для решения самых разных социальных проблем в родном сельском округе Чек-Абад. Мы хотим научить молодых людей двигаться вперед, получать образование в самых разных сферах. Сейчас у нас есть компьютерный курс, учим молодых IT-специалистов. Важно, чтобы молодежь была более образованная. Девушка говорит про молодежный центр, который открыли в селе Кучубаев. Это уже 10-й центр для молодежи, где действуют самые разные обучающие программы для лучшей социальной интеграции молодых людей, а также развития лидерских навыков. Это комплексная инициатива по обучению молодых людей. Такие центры нужны и важны. Они работают во всех регионах. Нам нужны образованные молодые люди в будущем. В молодежных центрах будут действовать инициативные группы. Они планируют поддержать реализацию планов по развитию совместно с местными органами власти. Инициативные молодежные группы будут обеспечивать взаимодействие молодых людей с органами местного самоуправления в реализации цели приоритетной молодежной политики в регионе. Молодежные центры в регионах открывают при финансовой поддержке правительства Японии в рамках регионального проекта «Укрепление стабильности и регионального сотрудничества местных сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии». Мирима Саналиева, Алена Смирнова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Ош.